Сегодня 29 мая и подвожу итог по выращиванию острых перцев на подоконнике. Посадил я их 22 января, проращивал под фитолинейками, а потом просто переместил на подоконник. Несмотря на то, что северная сторона, вот такой неплохой результат. Когда они цвели, регулярно опылял ватными палочками. Вот такие красивые перчики. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал «Сад и огород в мешках». Спасибо за просмотр.